Привет, ребят, дорогие друзья, всем привет. Ребят, это не видео, а просто обычный разговорчик с вами. Ну или кое-что я придумал для супер маленького видео, ребят. Ребят, для начала я хочу вас облагодарить за мой контент, за все, что вы делаете, и за 70 подписчиков. Это очень круто, когда вы набираете столько подписчиков. Я мотивируюсь еще больше делать видео. Даже смотрите, никогда у меня так не получалось. Два видео с большим экраном. Я снимаю же на телефоне, поэтому у меня маленький экран. Но, ребят, я обещаю, скоро будет большой экран на каждом видео. Короче, ребят, я придумал, знаете что? Сейчас мы просто помотаем до самый-самый конец моих видео, и я хочу прочитать название, которое я снимал, которое я делал название. Так, первое название, сейчас посмотрим. А где мое название? Вот, в первом видео у меня нет названия. Ну ладно, вот, в втором я играю Roblox. Ну это я просто не знал, как назвать, наверное, название. И сделал такое вот название. Я просто играю Roblox. Потом здесь тоже нет почему-то названия. И здесь какое-то есть название. Я играю. И дальше по-английскому. Не знаю. О, здесь уже длинное название. Открываю кейсы в ненастоящем Brawl Stars. Я понял. А здесь какая? Я играю в Brawl Stars. Попробовать занять топ-1. Попробовать занять топ-1. Ну вот это название мне лично нравится. Попробовать занять топ-1. Но это крутое название. Давайте даже заценим. Посмотрим. Вот, я играл в это время с планшетом, но это был другой планшет. Поэтому мне надо как-то переворачивать план. Как-то телефон надо мне перевернуть. Давайте вот так посмотрим, ребят, вот так. Переверну. Ну, ребят, я здесь выбираю каких-то бойцов на своем планшете и пытаюсь занять топ-1, наверное, да? Давайте посмотрим. Здесь я забыла, получается. Еще перемотаем чуть-чуть. Я хочу... О, здесь я... за вот этого чувака, который Дэрил, как его там назвал? Дэрил, да, вот этот Дэрил. Ребят, короче, я за вот этого Дэрила играл. Так, следующее название. Вот эта игра мне реально, вот эта игра мне реально Роблоксе понравилась. Это название для... О, здесь даже два лайка, ребят, здесь даже два лайка. Здесь даже, ребят, два лайка. Капец, круто. Тогда я попробую найти этот режим очень... Хотя, как я? И как название? Я играю в Roblox в режим стрелялки. Ну, почему на картинке зомби? Получается, я стреляю зомбаков. Здесь следующее название. 4 просмотра. Я открываю кенсы в Brawl Stars. Это реально Brawl Stars или нет? А, ну это не реальный Brawl Stars. Я пробовал реально. Я когда играл в Brawl Stars, у меня было много кейсов, и я открывал эти кейсы. Следующее. Вот мне хочу... Я вот вспомнил один ролик, хочу его протестировать в этом... Ой, ребята, в этом ролике, вот реально, вот я вспомнил один... Ой, все, надо назад кричать. Я этот вспомнил один ролик. Ну, вы помните один ролик? Где он? А, вот. Играем, разрушали... А может, то видео, где я вот это только начал снимать с телефона. Вот какое-то видео, где я только начал... Давайте сделаем погромче, потому что я здесь очень тихо говорю. Всем привет, ребята. Сегодня мы будем...
Ну, ребят, там кринж. Я не хочу вам показывать этот кринж. Ну, 8 человек все-таки посмотрели этот кринж, кстати, ребят, до конца. 2 минуты. Так, какое еще видео можно посмотреть? Какое еще видео можно посмотреть? О, с бутылкой давайте играем в бутылку, которую надо прыгать. Ну, смешное название, ребят, смешное. Давайте его тоже посмотрим. Чуть-чуть прям. Смешной ролик. Посмотрите, кто хочет, пролистайте вот до этого момента. И посмотрите этот ролик, он реально прикольный и очень крутой. Короче, ребят, вот это залипательный ролик. Как он называется? Надо главное. Миленькое видео без звука. Маленькое видео без звука. А. Здесь тоже, кстати, большой экран. Ребят, так. Ой, здесь огромные такие салюты, ребят. Просто офигеть, какие крутые салюты, ребят. Ребят, вот посмотрите этот ролик. Реально здесь много салютов. Здесь много салютов. Знаете, здесь ставите салюты, да? Здесь ставьте салюты. И вы смотрите, просто смотрите на эту красоту, ребят. Кто любит красоту, сразу это ролик для вас, кто смотрит меня, мой контент. А вот эта игра, я прохожу всю игру. Стрим на канале Закон Чим. Это стрим мой первый, только не стрим. Как будто бы стрим, но не стрим. Вот, кстати, здесь. Смотрите, здесь я прохожу всю игру, всю, ребят, всю. И это длится очень много. Видите, вот это самый последний уровень. И здесь мы в конце сражались с самым крутым боссом. Потом, и вот я выиграл потом. Всем привет, меня зовут. Ой, чё, сегодня... куда я нажал? Нажал. Так. Какое еще видео можно посмотреть? Нажал. О, вот это видео. Играем в Раж Планеты, часть 2. Играем. Я как-то неправильно написал. Наверное, из-за того, что я был маленьким это время. Неправильно пишу. Играем. Рыжать. Чё? Рыжать. Играем. Рыжать. Играем рыжать планеты 2 часа. Я понял. О, банан. Недолгий ролик с бананом. Смешное название, согласитесь. Это смешной ролик с бананом. Здесь такой банан, и мы здесь бежим от всяких монстров. Ладно, не буду вам спойлерить ролик, то вот смотрите на вот этот ролик, заходите на мой канал и смотрите. Так, какой же можно... О, это я играл Роблокс, ребят, как это было давно, ребят. Вы видите, какой у меня скин, вы просто видите, какой у меня скин, дурацкий просто. Ребят, я сейчас все это вспоминаю. Сколько у меня там было? 3 подписчика вроде бы у меня было в это время. А сейчас столько много. Так. И, кстати, я забыла вас очень сильно облаготворить за вот это сейчас, ребят. Где? Вот. Целых 3000... 900 просмотров. Это очень крутой ролик, но я не могу его повторить, чтобы было целых вот столько, если убрать мой, целых 100
Лайков, ну почти 100, еще 117. 117 лайков, и это очень-очень круто, ребят, круто. Именно вот на Brawl Stars набирают столько этих просмотров. О, 11, здесь 11 лайков. Нравится вам эти... Ну, я знаю, здесь большой экран, поэтому это реально интересно. А что? Здесь 4 было. Здесь было 4. Давайте попробуем посмотреть. Давайте попробуем, ребят. Нет, не этот ролик посмотреть, ребят. Стойте. Давайте. Так, давайте попробуем вот этот ролик посмотреть. Вот этот ролик, который набрал очень много лайков и просмотров. Ребят, я здесь весь Brawl Pass открываю, что ли, да? Да, ребят, я здесь весь Brawl Pass открываю. И это был кринж в этом ролике, и когда мне только Мортис выпал за весь Brawl Pass, ребят. Реально, ребят, реально, просто мне один Мортис выпал. Ладно, ребят, давайте вот на этом закончим ролик. Ставьте лайки, но не ролик, а мини-ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. 11 минут снимаю, это значит не мини-ролик.